закончили все наши бои, хочу подвести немножко итоги. Прежде всего, хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в том и помог нам сюда приехать и доехать. Спасибо всем, даже поименно, наверное, назову, у вас на самом деле не так и много. Это Вова, это Вася, это Коля, это Олег и особая благодарность Руслану за его помощь. Конечно, не все, что нужно, я собрал, но благодаря вам мы все равно сюда приехали. Я надеюсь, что еще найдутся ребята, которым не безразличен тайский бокс черкасский, и с вашей помощью мы все-таки будем продолжать ездить. Вот нас уже на этих же соревнованиях пригласили в Житомир на соревнования, которые будут 1 марта. Поэтому все упирается у нас в финансы, конечно, но ничего, как-то мы прорвемся. Прежде всего хочу сказать, что по сравнению, конечно, с другими областями, по и материальной базе, и по базе подготовки, на которую они готовятся, мы вообще курим бамбук, что называется, потому что у ребят хорошие свои залы. У нас большая проблема, это отсутствие своего зала. У нас нет зала, мы не можем заниматься каждый день, я не могу сделать спортгруппу. Это отдельно ребята, которые будут выступать, которые смогут заниматься каждый день. Нет такой возможности. Сейчас мы занимаемся в зале, который нам дает время только через день, поэтому занимаются вместе как бы все, и не совсем это удобно, это тяжело. Но это все такое, это трудности, которые закаляют, мы их будем преодолевать. А теперь по своим бойцам. Все бойцы молодцы. Все бойцы молодцы, аж стишок получился, и это правда. Молодцы, я полностью претензий у меня к ребятам нету. Вообще молодцы, отбоксировали лучше, чем даже ожидалось. Лучше, оправдали надежды 100% мои. Все молодцы, отработали от А до Я четко. Конечно, не все победы мы получили. Я и не надеялся, скажем так, на все победы на первых соревнованиях, где выступают уже опытные ребята, у которых по 10, по 20 боев. У моих это первые бои. Но мы выступили очень достойно. Очень достойно. Скажем так, Егор немножко не показал того, что мог показать. Возможно, болезнь сыграла, он в этот день заболел. Возможно, не знаю. Настя очень классно все показала. Физуха, конечно, ушла полностью в перерыве после первого раунда. Она уже плакала мне и говорила, что там... Но молодец, в общем, не дала ей сдаться, и победа наша. Данил отлично отработал, подвел немножко клинч, но работал сильно, работал серийно, хорошо бил руками. Руками попадал четко, руками переработал полностью. Ногами переработал, просто уступил колени, уступил клинч. И клинч уступил только потому, что противник был на голову выше и по антропометрии просто его перетягал, что называется. Витаха сегодня удивил просто капут. Просто удивил меня. Сразу в двух словах, это пацан, который занимается у меня 3 месяца, который до этого вообще не занимался. Ему 26 лет. Он начал заниматься у меня тайским боксом. Мы 3 месяца усиленно готовились, делали физуху. Я прекрасно понимал, что технику мы никакую не сделаем за 3 месяца. Поэтому весь акцент был на физухе. И это себя оправдало. Он просто показал бой, весь зал кричал, там все смотрели, все хлопали, балдели. Это было как два титана рубилось уже с опущенными руками. Прямой на прямой просто шли, отбивали друг другу голову. У Витахи сечка на носе, рассечение на подбородке, которое надо зашивать. Наверное, шва 2 там точно понадобится. Но он молодец. Победу можно было отдавать в любую сторону. Я, честно говоря, после боя думал, что выиграл мой боец. Но отдали одесситу, отдали местному бойцу. Ну, это такое, это для нас, как бы, этот результат второстепенный. Главное было поучаствовать в боях, получить вот этот опыт. И ребята его получили с головой. У них сразу в голове, мы вечером сидели, это все обсуждали. День, все в голове поменялось. Полностью отношения к тренировкам поменялись. Они поняли, как бы, над чем работать, что нужно делать.
на что акцентироваться, и теперь тренировки совсем по-другому у них будут выстраиваться именно в плане самоотдачи. Не в плане там процесса, а в плане самоотдачи. То есть они поняли, что такое физуха, что такое ринг, что такое хочется рыгать после первых 2 минут, а надо 9 стоять. Поэтому тот, кто там пишет, ребята, тот, кто не участвовал в соревнованиях, даже не пытайтесь анализировать как-то бой. Это две абсолютно разные вещи. На тренировке можно 15 раундов стоять по 3 минуты, быть четким пацаном, но ты выходишь в ринг и через 2 минуты ты рыгаешь. У тебя нету сил, ты падаешь, тебя ноги не держат. Это однозначно, потому что это очень большой эмоциональный всплеск адреналина, поэтому очень-очень хорошее качество не теряться в такой ситуации. Ну, в общем, так, все коротко. Как видите, до сих пор тоже кашляю. У нас вся эта поездка такая в интересных испытаниях. Но это очень здорово. Вообще очень здорово, что мы поехали. Все довольны, ребята. Все очень довольны. И не жалею ни на минуту, что мы поехали. Мы будем продолжать ездить. Я очень надеюсь на вашу помощь. Ребята очень перспективные. Все можно делать. Главное заниматься. И все у нас будет хорошо. Поэтому до встречи в новых видеоуроках, в новых видео, на соревнованиях. Я постараюсь вас информировать обо всем. Вот здесь я по вечерам и вас информировал за ноутбуком. Сидел, вылаживал, строчил, писал. Поэтому спасибо всем, кто помог. Спасибо всем, кто поддерживал. Спасибо всем, кто в комментариях писал, поддерживал ребят, болел за нас. Большое спасибо вам всем. Мы со своей стороны постараемся расти, только вперед. Спасибо, счастливо.